самого начала. До начала 30 минут. Через полчаса. Там сейчас поехали на бар. Идите свободно домой, дома, если мы ее найдем, мы ее привезем. Что-то не хочешь.
Уходи, тот идет! Убьет! Какой начинается? Уйдите оттуда! Ты как туда вышел вообще? А, это этот, который команда. Ваня Котик, что ли, там? Снимай, мороз. А вы верите, я даже не знаю. А вон они из той стороны, где люди стоят. Это так мало. Так мало. Наверное. Сейчас я зайду, кто греется. Ой. Первый бой. Раненый к пуле вот этот. Пошли, принесли. Пулемет. Мне так ваш город понравился. Он же на город. Да, уже пора. А на что похож? На что? Вот приедете летом, вот экскурсию настоящую вам устроим. Больно, не больно, зато тепло будет. Сделаю больно. Мне ручка будет. А женщины-то? А куда же то они, бедные, побежали-то? Саша, мне... Попукали, ребята, надо было. Чего?
Вот так.
Так, у тебя есть это, где переодеться, носки еще одеть. У меня есть носки с собой. Есть? Есть туда скидка? Давай, давай носки возьмем. Вот у нас Мария пролетела. Мама там даже что-то продается, да? Сейчас можно? Сбиваюсь.
ноги согрелись хоть? Ага. Маргош. Мне кажется, она подвинулась, не согрелась. Согрелись? Нет, Маргош? У меня все будет просто вообще ничего. Никуда не денется, я за ней нельзя смотрю. Выходить за ограждение. Попадут пули, потом вы же будете суд подавать. Нам как? Папа, где вы? А папа? Папа, папа.
просто стоит. Там не два. Давайте так. Я стою.
заходим назад. Вы знаете, я понимаю, что все на месте. Отходим назад еще. Ребята, давайте назад. Делайте три шага назад. Не нормально.
Wow.
Смотрите, готовиться к эвакуации. Командование Красной Армии знало это и готовилось к решительному штурму. Было запланировано
немецкую команду на частный наемный обход, видя, что Красная Армия начинает вести наступление с его эффективной захватой в ближайшие деревни, немцы приготовились встретить наступающую Красную Армию. И вот настал день решительного штурма. Наступили группировки. Наши войска перешли в наступление по всем направлениям. Наши артиллеристы заставляли немцев так часто прятаться от наших разгромов в снегу, что немецкие войска получали массовое обморожение. Когда наши солдаты врывались в окопы немецких позиций, немцы часто выводили замерзшие Ленинград. И вот так,
Бароненко Павел Александрович, руководитель Ленинградского центра «Патриот». Сегодня мы провели военно-историческую реконструкцию, посвященную 75-й годовщине начала наступления на Тихвин, в ходе которого наши войска освободили этот город и открыли возможность снабжать Ленинград по дороге жизни продовольствием. Это была первая победа под Ленинградом.